Всем кус, с вами Джейкоб, и сегодня мы играем Тинти Ран на Хайпикселе. Да. Так, пожалуй, начнем игру. Ну и ждем, пока наберется 24 игрока. Вообще, я как бы редко когда играю Тинти Ран. То есть, просто как бы лицензию мне приобрел Феликсер совсем недавно. Как бы вообще, если кто не знает, кто такой Феликсер, ссылка на его канал в описании. Вскоре там будут много роликов. Ну а пока что он не снимает, но будет, да, обязательно. Ну и в общем-то он мне приобрел лицензию. И вот с того времени я редко когда играю вообще вот какие-то мини-игры, но иногда люблю там блок-пати или что-то тому подобное. Вот сегодня решил впервые записать Тинти Ран. Я не знаю, как пойдет, не будет ли лагать. Давайте мы посмотрим. Там поставлю на 3 чанка прогружения. И давайте пусть там 160 FPS. Я не знаю просто. Просто иногда лагает, когда начинается сама игра. И вот это очень напряжно. Надеюсь, сейчас такого не будет. Насколько я знаю, в Тинти Ран есть несколько уровней. Вот. И как раз таки главная цель — это как бы выжить, по идее, если я не ошибаюсь. Ну вот как-то так. Ну что же, ждем начала игры. Здесь куча игроков и скинами лололошки. Не вижу смысла вообще ставить скин лололошки. Да. Ладно, пожалуй, что еще сказать. Вот. Вообще я не особо люблю Тинти Ран вообще. Как бы я, ну так как я его редко играю, поэтому как бы я, у меня нету как бы привычки его играть. То есть я буду опять-таки нубить, если коротко сказать. Нубить, тупить и делать все, что обычно делают нубы. Но я надеюсь, что, я не знаю, получится ли затащить, но я попытаюсь, да. Так, пожалуй, ждем и на... Так, начало игры. Ой, это уже началось. Блин, чё ж так лагает-то, а? А? Что ж так лагает-то? Ой, слушайте, это вообще невыносимо. Ой, я вообще хожу. Я, пожалуй, зажму Ctrl. Ой, блин, здесь это прогрузка, то ли это облако, я не знаю, что это такое вообще. Оба. Блин, слушайте, здесь нету места, блин, что делать? Еще и меня подрезают какие-то. Ой-ой-ой-ой, все, не удалось. Жизнь, боль. Ой, блин. Что ж такое-то? Это все из-за лага. Нет, серьезно, жестокие лаги. Я не могу ничего нормально то ли записать. Еще и плюс бандикам. Он жрет реально очень много FPS. Я бы снимал экшен, но у меня, к сожалению, это старая XP, и плюс еще у меня 32-битная система, и на нее, походу, экшен не пойдет. А экшен снимает без потери, как бы, FPS. Вот, блин, упал, да. Ладно, давайте попробуем еще раз, я это дело не оставлю, я обязательно буду пытаться еще раз, хотя знаю, что у меня ничего не получится, но я еще раз попытаюсь поиграть. Так, хорошо, я немножко поднастроил FPS. Сейчас у меня то 30, иногда 60-70 максимум. Думаю, что будет нормально, но все равно, когда начнется игра, это будет жестоко лагать. Но я надеюсь, что все-таки нет. Давайте-ка посмотрю. Графика, это все поставил как мог. Пусть вот так вот будет. Давайте, не знаю, FPS под 200, оно и так не будет столько. Ой, блин, это уже начало игры. Так, это что, я выбрал Тинти Ран или нет? Потому что, да, это Тинти Ран, просто такая карта. Офигеть, я не знал, что бывают разные карты. Я впервые на такой карте. Офигеть, здесь так мало места. Ай-я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 й
Ай-яй-яй. Чувак, идиот. Ага. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Двойное невезение. Это просто жесть. Как так, блин? Я себе не верю самому. Вот ложанулся-то Джейкоб. Жестоко. Фух, здесь еще мало народу.
умные люди знают, по какой траектории бегать, а вот я вообще, я как нуб здесь бегаю, не знаю, что делать. Ох, блин. Так. Фух. Ой, у меня почему-то бег все время прекращается. Нужно Ctrl зажать. Мне это так непривычно просто. Просто жесть. Ой. Ух ты, это было немножко эпично. Да, один блок и я вообще в паркуре полный ноль. И тем более еще и здесь FPS где-то под 20-16. Где-то точно не знаю, но примерно так. Я еще как-то держусь-то, смотрите-ка. Давайте-ка еще раз. Ага, вот как я заметил, я случайно зашел на арену, где нужно было 12 игроков, чтобы начать игру. А теперь там зашел на арену, где 24 игрока. То есть здесь есть разные арены, и от количества игроков зависит размер карты вот этой, что ли. Насколько я понимаю, да. Возможно, вы это знали, но все-таки я как редко играю TNT Run, а то ли вообще не играю, то для меня это ценная информация. Итак, сейчас начнется игра. Ой, блин, опять эти лаги. Ой-ой-ой-ой, я теперь все в ускоренном режиме. Думаю, вам понравится, потому что я не знаю, что больше говорить. В общем-то, пожалуй, давайте вы на это все посмотрите в ускоренном режиме. Эх, к сожалению, проиграли, да, да. Ладно, давайте тогда попробуем, наверное, еще один раз, последний раз, потому что у меня время драгоценное, поэтому не будем его тратить, как бы, но... Ладно, в общем-то, неважно, в общем-то, давайте поиграем на этой маленькой арене, я думаю, что мне повезет, я теперь попытаюсь... бегать по определенной траектории, то есть немножко вот так кругами, да, постараюсь, надеюсь, все будет нормально, и я хотя бы останусь в последнем из 3 или 5 игроков, я надеюсь, я буду пытаться это делать, а поэтому сейчас ждем начала игры. Так, сейчас начнется игра, так, оп, все, побежали, так как я собираюсь бежать, блин, слушайте, ай-яй-яй-яй, так, не, я боюсь даже бегать где-то возле игроков, потому что они все время будто специально бегают возле меня и пытаются, чтобы я упал, да, ай-яй-яй, слушайте, фух, Ого, вы это видели? Офигеть, просто у меня аж залагало это, от этого всего, я упал, да, я упал, блин, а сколько можно, ай-я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 й, да. Блин, чувак, да ты что, специально это делал? Фух. Ладно, думаю, что на этом все. Если хотите, то заходите на iPixel, конечно же, и играйте. Вот, также, если хотите, предлагайте мне свои темы для роликов. Ссылка, куда предлагать, будет в описании. Предлагайте в мою группу. Как раз таки ссылка в описании на эту группу и на обсуждение, где вы можете кинуть свою идею того, какой ролик мне записать.
Ну а на этом все. С вами был Джейкоб. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Там очень мало участников. Я надеюсь, вы это исправите. В общем-то, на этом все. С вами был Джейкоб. Всем удачи, всем пока.